Ноябрьская жилищно-сервисная компания начала проводить собрание собственников жилья по вопросу смены способа управления и подписания договора с новой управкомпанией НЖСК+. В минувшую пятницу было назначено 27 собраний, однако по нашей информации кворум был собран только в двух домах, где квартир меньше десятка. Во всех многоэтажках собрания не состоялись. Какие решения приняты и чем закончился диалог между собственниками и коммунальщиками, смотрите завтра в программе «Новости нашего города».